Вот я не только учился в политехе, я там еще работал в лаборатории 201К, лаборатория кафедры высшей математики. Я там был лаборантом и переносил тяжелые лазеры с места на место. Да, инженерная специальность сегодня очень востребована. Мы отказываемся от импорта того, что мы можем делать сами. Инженерам сейчас везде дорога. Нашей стране необходимы их знания, навыки и опыт. Чем более подготовленными они выйдут из стен Иркутского политеха, тем быстрее мы импортозаместим все, что можно импортозаместить. Он преподнес огромный опыт. Мы из этого тоже что-то для себя каждый уяснил. Я удивился в приятном восторге, по крайней мере, оказался от того, что он оказался простым человеком, таким же простым, как и мы все. Мне кажется, каждый из этого может черпать мотивацию для дальнейшего образования, для дальнейшей мотивации. Это великое дело. Хорошо, что мы двигаемся в правильном направлении, в освоении космоса. За этим будущее. Было, да, очень интересно, много нового. Вот, особенно про влияние на здоровье, как там отношения между различными странами складываются в космосе. То есть, такие интересные вопросы, на которые просто так ответы не получишь. Хорошо, что есть те люди, которые, всегда достигают поставленных целей. Вот это как хороший мотивационный пример для нас.